День благодарности – особенный для нас праздник, учрежденный по инициативе первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Он уникален тем, что демонстрирует единство, солидарность и дружбу казахстанцев, учит нас ценить, любить и уважать друг друга. Не секрет, что современная многонациональная семья Казахстана – это результат нескольких политических миграционных волн, вызванной политикой советской власти. Когда в республику в разные годы прибыли депортированы целые народы, образовались много-много многонациональных семей. Праздник, хотя и молодой, но уже сегодня занимает свое особое место в череде других торжеств. Его по праву можно назвать общенародным, поскольку он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана.